Ларка Трио — это один из основных российских коллективов, как их очень часто представляют на Западе, основной российский джазовый экспорт в Европе и в Азии. Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов. Добрый вечер. Вы молодцы. Знаете, что страшно выходить в тишине. Мы откроем наше выступление совершенно новой композицией, которая вошла в наш недавний альбом, который называется «Memory Moment». И это четырехчастная сюита, которая, соответственно, состоит из четырех частей. Первая часть называется «Утро», затем следует «Длинный день», потом «Вечер» и завершается сюита композицией «Бег». И вот давайте сейчас попробуем представить, что у нас сейчас глубокая ночь, постепенно наступает утро. Вот интересно, мы можем сделать «Ночь». Давайте все скажем «ночь». Ночь. О, отлично. И постепенно будет у нас утро. Итак, сюита.
Thank you.
Ну, а вы стойки. Четыре части вот так вот высидеть. Ну что же, сыграем произведение серьезного содержания. Оно о том, что делать, если хочется поплакать, но нельзя. Произведение, которое называется «Нет слез».
Мы сыграем композицию, которую, кстати, мы часто играли за границей, когда это было возможно. И там мне попала такая затруднительная ситуация. На радио спросили, а вот что это такое небылица? Потому что композиция так, собственно, по-английски и называется. Небылица. Вот они долго читали, спрашивали, что это такое, объясните мне. Мы сказали, что небылица — это сказка, вышедшая из-под контроля. Поэтому специально для вас сейчас будем выходить из-под контроля. Небылица. We'll be right back.
Для вас старались выходить из-под контроля. Игнат Кравцов, ответственный за выход из-под контроля. При поддержке Антона Ревнюка. Ответственный момент, сейчас будем играть новую пьесу, которая была написана вот в этот непростой период, который, наверное, мы все проходили. Было же такое, да, что карантин, там всех закрыли. И оставалось только как-то по возможности вдохновляться этим периодом, который каждый день был похож на предыдущий. Сначала было интересно, забавно, потом все превратилось в такой день сурка. И, собственно, так и родилась эта композиция. Называется «День сурка». Thank you.
Thank you.
вроде неплохо, новая вещь заходит, поэтому сейчас будем опробовать. Напросился. Тогда мы подсунем еще одну новую. Композиция, которая принадлежит перу Антона Ревнюка, посвящена знаковому событию, которого нам не хватает сейчас тоже. Холодные отношения между странами разными. А были время, когда совершались стыковки. И об этом сыграем композицию, которая называется «Союз Аполлон». Thank you.
Да, вот подошли мы к концу, поэтому в заключение сегодняшнего концерта мы сыграем композицию Игната Кравцова, которая называется «Люминесценция». Thank you.
ваши друзья Игнат Кравцов, Антон Ревнюк, я Евгений Лебедев, все вместе мы ЛК-3У. Спасибо, вы супер!